Но запомни, к своей цели надо идти твердо. И порой даже беспощадно. Держи. Если бы я слушала твоего отца, нашего разговора бы не было. Никогда. Ты еще не знаешь всего. Мы же 1000 раз обсудили. И чего я еще не знаю? Он же вас подставил. Кто? Ваш бог. Он ведь все знал. И мог все остановить. Алло? Слушай внимательно. Убирайте все отсюда из нашего города, иначе вам всем будет плохо. Разберемся с вами и вашими детьми. Поняла? Ну, давай ему для надежности дырку сделаем. Надо. Волки найдут, сожрут. Зачем тебе мокруху после дырочки? Одемся. Я такой любви не понимаю. А ее невозможно понять. Она всегда выше разума человека. Потому что ее источник Бог. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Мама, а кто такой отче? Отче, значит, Отец Небесный. Мама, а отче может привезти нашего папу домой? Может. Я его уже много раз просил привезти нашего папу домой, а он не привез. Значит, он не может.